Сегодня 15 июня, вот прибывают первые люди на костер картошку. В лице Виктора Николаевича. И кто с ним там? Это Ливия. И Ливия. Ну кто еще? Конечно же они. А то в сущности все готово. Вот подпитка для вечера. Дрова. Так называется. Вот стружка. Вот еще. Там уже картошка под низом в углях, накрыта травой для дыму. Уже греется, печется. Володя выкосил кругом траву. Так, так, приехали. А вот наши труды наши. Вот наше озеро. Вот наши зацвели наши вётлы, которые мы садили. Целая аллея получилась из вётл. Кто там? Поля, океаны. Так, еще начнем, с чего начнем сейчас? С чего начнем? Блин, сгорела моя хата. Мы одни на костре, никого у нас нет, и Игнат Тихонович с нами не будет. Игнат Тихонович сказал, не будет сегодня. Ну, картошку просил оставить. Самостоятельно. Сейчас начнем с настройки гитары. Вот можешь записать. Роман Малыш вот такой тюнер купил. Ага. Электронный. Ну ты в курсе, в общем-то, знаешь. Ну я-то знаю, люди не знают. Да, люди вот, чтобы... И вот сейчас как настраивается. Настраивать может и медведь там, ну или. Ливия, Ливия, посмотрим, твой слух проверим сейчас как. Слух есть, а соображение нет, да? Пускай вот здесь вот будет. Ну сейчас. Тихом. Ты хотя бы одну сторону настроишь, потом в унисон с другой, она угадает в унисон, допустим, ми там, в шестую, с пятой. Не, оно все настраивается же. Нет, ведь про Ливию говорю. Ну, я сидел как-то на этом Барнауле, они там помогли мне даже. Раз она такие вещи играет, что мне не снилось даже. Ну, есть таланты разные, есть играть, есть сочинять. Вот, видишь? Ми вот, она горит. Она должна быть посередине. Так, Ливия, отвернись. Видишь, да, ты? Не смотри туда. Вижу. Ну почему? Пусть она. Не, ну пусть. Перетяги, во. Вот она ми. Видишь, как она посередине. Если так, мало, значит. А если так, много. Удобная вещь. Теперь мне вторую струну настроить. Вот, да. Тоже. Подожди, подожди, не смотри, не смотри. Я хочу, чтобы ты послушала. Ты первую тоже подергай. Не пойте. Какая нота? Не, ноту не надо, хотя бы в унисон, он-то не угадает никогда. Нет, ты должен на пятом ладу зажать, чтобы оно было в унисон с первым тогда струной. Ну правильно. А зачем мне так? Я, видишь, я тут... Ну так она так не поймет, она так не настроит. Она ж не гитаристка. Унисон. О, ну унисон так. А это соль. А это была вторая какая? Так, это си. Ми, си... Чем ми, си, соль, ре, ля. Да. А почему так выбрано именно, не знаешь? Почему такая последовательность? Ну там какая-то... Сейчас я подумаю. Ми, си. Ну чтобы аккорд, созвучие было, наверное. Ну есть в ре настраивают там струны. Соль. Есть другая настройка. Следующая, ля. Нет, подожди, ре. Не знаю. На скрипке там вообще нормально. Там или через квинту, или через кварту, я не помню. С какой стороны смотрю? Ну, зелененький он был, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречек. Человечек. Вежливый зелененький человечек. Все предусмотрено. Видите, когда трава. Если я по низкому хожу, зеленый цвет. Если я залажу на дерево, у меня синий, ближе к небу. Ну я сливается немножко, да. Вообще серьезно. Потом, если в огороде работает. Какой цвет ты одевался? Желто-блокитный. Вот это ля, вот это снова ми. А ну, Ливия, да, она угадает первый шестом, он в унисон звучит. Что она угадает, она знает. Что-то нет никого на горизонте. Так они только там. Они как меня увидели, я только из дома вышел. Как толпой побежали. Я спрятался, они меня нашли, прокатите! Вот, но самых назойливых не стало и катать. Где ж ты спрятался от них? Да где? Да там вот
в уютном месте, но все равно нашли. Надо было у меня дома там на пристройках. Тебе, да, сбежать? Да, там можно найти. Огородами. Ну ладно, сейчас будем мы разыгрываться. Ну-ка, приблизим технику, используем. Чьи лица? Кто? Вот кто. Вика, Агния. Не вижу, потерял их. А, вот они. Да, вот. Фрося идет. Надо здесь. Этот и самый еще кто-то. Тарасия, вижу, Фрося. Фрося, Агния и Вика. Да, у тебя зрение хорошее. Она у меня какое? Еще там Ваня, что ли? Нет, еще кто-то. Нет никого, четверо. Вообще какой-то Guns N' Roses началось. Это вы сегодня что учили-то играть? Успели-то? Повторили только старые или еще у вас эти Библии там слышал, наиграли? Ну, мы записали, как она песня называется? Какую мы записали? Ты искупил мир от греха. А, да. Вот, они это, ну, кто слышали там, Ползуновский-то. А остальные-то не знают. Рома тоже что-то подготовил там. Тоже песню написал, наверное. Сейчас стихотворение про плоскую землю. И песню споет. Вот. Что у нас? Я же говорила. Стихи для детей. Это будет нам... Еще вращающийся глобус. Полно песен. Да. Плоскую землю еще нет. Да, вот именно. Для разнообразия. Стихи для детей, это пока для разминки. Батыри Валентина Кашидзе. Как с кроватки свесим ногу, сразу скажем слава Богу. После встанем у кроватки, чтобы выполнить зарядку. Года не чищу. Животик твой, руки мой, перебиной. С мылом, ну, без мыла? Для маленьких детей, ну ты же уже не маленький. У меня уже не молочный зуб. Перед тем, как подкрепиться, надо Богу помолиться. Чтобы слабым помогать, Фрося бежит, улыбка до ушей. Сделай, что пообещал. Коля, садись сюда поближе. Перед делом говори, Господи, благослови. И Тарас идет. Чтобы Бог прибавил силы, скажем, Господи, помилуй. Папу с мамой. Если кто-то рядом злится, надо за ним умолиться. Морду не бить только. Если где-то насорил, за собою убери. Сделать что-нибудь любя, значит так, как для себя. За розеткой ток живет, не влезай, он больно бьет. Чтоб другому угодить, надо жадность победить. Так. Если будешь уступать, будет ангел помогать. Переверни, пожалуйста. Ну, там ангел ничего. Это, но весь не Божий, тот, кто нам... Добре поможет, чтоб всегда спокойным быть, надо правду говорить.
мыть руки. Руки два раза сказано. Чтобы утром бодрым стать, надо вовремя лечь спать. Чтобы зубки не лечить, ты их вечером почисть. Это тоже было уже. А это распорядок. Если что-то злое снится, надо сразу же креститься. Если страшно, то проси, Матерь Божия, спаси. Чтобы страх напасть не мог, скажем, там воскреснет Бог. Перед сном произнесем слава Боженьке за все. Слава Боженьке за все. Хорошая песенка. Такой распорядок дня для маленьких детей. Протерея Валентин Накашидзе. Накаши. Я с интернета взял. Хорошо, ладно, пока все. Вот. Ну что, Никита Андреевич, когда у тебя картошка будет? Сейчас примерно скажу. Примерно в часа два ночи приходите. Через 28 да? минут уже можно проверять будет. Такие приползают сонные 2 часа ночи. Так. Ой. Прося! Прося уже как лесномавка. Прося, прося, мы с тебя спросим. Господи. Дядя Витя, даже отсюда слышу. Мы с тебя спросим. Ну, слава Богу.